Саженцы жимолости съедобной золушка, схемолост съедобная залашка, это компактный кустарник, для которого всегда можно найти участок даже в небольшом саду. Взрослое растение достигает не более 100 см в высоту, но отличается объемной кроной. Кустарники предпочитают легкие суглинистые грунты, могут расти на открытом солнце и в тени, а также легко переносят зиму в открытом грунте. Сорт золушка ранний, плоды можно собирать уже в июне. Они крупные, до 1,4 грамма каждый, отличаются насыщенным черным оттенком и сладкой мякотью. Ягоды популярны в качестве полезного летнего десерта, а также ингредиента для домашней консервации, варенья и выпечки. Жимолость съедобная золушка – это многолетнее растение высотой 100 см. Кустарник лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Жимолость прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для суглинистых почв. По типу ствола жимолость съедобная золушка можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – слаборослый. В качестве места выращивания жимолости прекрасно подходит открытый грунт. Лист этого прекрасного растения по форме округлый. Жимолость съедобная золушка имеет ранний срок созревания. Форма у плода цилиндрическая. Цвет плода черный. Вкус кисло-сладкий. Обратите внимание, что жимолость съедобная золушка – частично самоплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.